Очень много людей не верят в призраков или же страшных существ, но это только до тех пор, пока они сами их не увидят. Это видео было снято в Аргентине. У мужчины родился щенок странной внешности. С самого начала ему показалось, что он мертвый, но потом он начал скулить и шевелиться. Как вы думаете, это мутация или что-то другое? Это видео было снято на ночную камеру видеонаблюдения. То, что туда попало, удивило мужчину. На кадрах видно какое-то непонятное животное, с телом как у оленя, но с головой как у человека, проходит мимо камеры. Как вы думаете, кто это? Напишите свое мнение в комментариях. Это видео я нашел на просторах Фейсбука. На кадрах видно, как девушка ходит в ночнушке по комнате. Позже она оказывается уже в подвале с табличкой «Помогите мне». И через пару минут в кадр попадает еще какое-то непонятное существо, которое нападает на девочку. Дальше видео обрывается. В Китае молодой рыбак поймал в сети какую-то неизвестную форму жизни. Когда он достал ее и выпутал из сети, она начала шевелиться. Мужик заснял это на камеру и выложил в соцсети. Как вы думаете, что это такое? Thank you.
Я до сих пор не мог понять, что происходит на данном видео, но на кадрах видно, как паренек снимает себя на камеру, и в кадр попадает какое-то непонятное существо, похожее на девушку, которая одета в белый балахон и с черными волосами. Но сам паренек утверждает, что никого там не было на момент записи видео. В Китае мужчина засел на камеру какое-то непонятное существо с огромными крыльями. Это существо появилось из ниоткуда и также непонятно исчезло. Как вы думаете, кто это? Это видео было снято на камеру видеонаблюдения, установленную в частном доме. Как утверждает мужчина, он уехал в отпуск и перед этим поставил же себе камеру. В 3 часа ночи ему пришло видео на телефон, где видно, как непонятный предмет упал на пол и сразу же испарился. Это видео было снято мужчиной, который прогуливался по лесу. Он увидел какую-то блестяшку и подумал, что это драгоценность. Подойдя ближе, он понял, что это неизвестная форма жизни. Взял палку и решил потыкать в нее. И оттуда вылезло много маленьких щупалец, которые начали шевелиться. Мужчина очень испугался и начал с ним бежать. Это видео было снято полицейским посреди поля. Мужчина увидел, как недалеко от него стоит женщина в костре. Он подъехал к ней и спросил, кто ты. Но вместо ответа девушка развела руки в стороны и посмотрела на него. И можно заметить, что у этой девушки светится один глаз.
Когда мужчина приехал и показывал это видео своим коллегам, они были в шоке. Это видео очень старое. На кадрах видно, как женщина пожилого возраста ходит по кругу, как будто исполняет какой-то ритуал. Многие кто говорят, что это ведьма. А на этом мое видео подошло к концу. Всем удачи и пока!